Бүгүн биз Кант шаарындабыз. Дал ушул футболдук шаар аталган стадиондогу Nitro Arena стадиону. Бул стадиондагы жаңыланып, оңдоп, түзөдөн өттү. Премьер Лиганын беттеш алкагында бул стадиондагы ачылыш аземи орун алган турат. Андыктан бул репортажда стадион кандай жаңылангандыгын көрө аласыздар. Nitro Arena Абдышата клубунун расмий оюндарды кабыл алуучу стадиону болуп саналат. Быйылкы жылы бул аренада жарык берүү системасы жаңыланып, отургучтардын саны 2000ге чейин көбөйтүлүп, трибуналардын астындагы жайларды оңдоо иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 3 жаңы кийим алмаштыруучу жай курулуп, операторлордун платформасы жаңыланды. Комплекс жалпы 6 футбол талаасын камтыйт. 4 табигый талаа, 1 толук өлчөмдөгү жана 1 машыгуу оюн талаасы бар. Стадиондун ачылыш аземи 5 ноябрь күнү өтүп, анда кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышты. Саламатсыздарбы, урматтуу канттыктар, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү жана оюнчулар, футболчулар, тренерлер, судьялар, ким ушу футболго тиешеси болсо, футболду жакшы көрсө, баарыңыздарга ысык салам. Урматтуу, уважаемые кантовчане, я хотел бы сегодня поздравить вас с новой трибуной, новым полем, который сейчас только что мы начинаем с вами вместе открывать. Вот такие поля, такие футбольные стадионы открываются во всех уголках нашей страны. Везде мы восстанавливаем стадионов, полей, создаем условия для наших футболистов, для наших будущих поколений, для молодого поколения, для будущих наших футболистов, чтобы они могли спокойно заниматься футболом и защищать честь своего клуба и нашей страны. Уважаемые болельщики, сегодня мы здесь с вами вместе открываем обновленный стадион клуба Абдышата. Клуб Абдышата является фаворитом футбольных клубов в нашей стране. Вообще Абдышата является ярким примером, как можно организовать работу, как можно организовать такую работу, что весь город может заняться футболом. Значит, давайте похлопаем за Абдышату. Я выражаю благодарность со своей стороны, со стороны футбольной федерации нашей страны, главы Абдышаты. Совет Абдышевич, вот Совет Абдышевич, как поймут, спасенос. Совет Абдышевич, так как эти люди, не жалея своих сил, средств, здоровья, все вкладывают для того, чтобы футбол не то, что там выжил, что футбол развивался. Они сделали так, что Абдышата в данный момент является лидером футбольных клубов нашей страны. Половина игроков Абдышата является игроками сборной нашей страны. Защищает честь нашей страны. Поэтому, чтобы таких футбольных клубов должно быть побольше в нашей стране. У нас должно быть здоровой футбольной спортивной конкуренции. Поэтому мы еще раз от вашего имени, уважаемые кантовчане, уважаемые болельщики, еще раз давайте похлопаем за наших уважаемых людей. Спасибо им. Строительство данного, то есть реконструкция данного футбольного поля было вложено с личные средства футбольного клуба Абдышата и футбольной ассоциации нашей страны, как футбольного союза. Вот это прекрасное освещение, которое специально сделано для этого поля, было финансирование футбольным союзом нашей страны, потрачено где-то около более 30 миллионов сомов.
Я вас поздравляю. Будьте здоровы. Футболдук клубтардын объектилери заманбап, мыкты шартта болушу өлкөдөгү спорттун өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Биз Кант шаарындабыз, Нитро Арена деген стадиондабыз. Бул стадион Абдышата компаниясына таандык. Вот мурун мындай бүгүнкүдөй гейпине келиш үчүн чоң аракет кылдык. Вот анан кийин биздин аракетибизге кошумча Кыргызстан Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы өзгөчө анын президенти Камчыбек Кытышаевич Ташиев чоң салым кошту, каражат бөлүп берди. Ошон үчүн бүгүн мына жаркыраган прожекторлор күйүп, мына эл азыр толот. Мына дополнительный трибуналарды койдурдук, раздевалкаларды. Кыргыздын футболу келечекте чоң келечеги бар да, чоң келечеги бар. Коомчулукка белгилүү болгондой, Кыргыз футбол биримдиги жылдын башынан баардык футболго тиешелүү инфратүзүмдүк объектилеринде оңдоо түзөө иштерин жана жаңынан салуу курулуш иштерин өткөрүүдө. Бул катарда Кан шаарында жайгашкан Абдышата футбол клубуна тиешелүү дагы Нитро аренадагы жаңылаандыруу өткөн. Абдышата футбол клубунун күчү менен отургучтардын саны көбөйтүлгөн, трибуналар өзгөрүлгөн жана ошондой эле оюн талаасы жаңыланган болчут баштан баштап туруп. Андан тышкары Кыргыз футбол биримдиги жалпы суммасы 31 миллион сом түзгөн жаңыланган заманбап жарыктандыруу системасын орнотуп берген болчу. Ачылыш аземинен кийин эле Премьер Лиганын алкагында Абдышата менен Дордойдун беттеши старт алды. Бул күнү жаңыланган стадионго көрөрмандар да көп келишти. Ну, во-первых, эта инфраструктура стадиона стала очень-очень красиво. В вечернее время это очень прекрасно. Во-первых, это для всех удобно. В том плане, что после работы можно прийти, расслабиться, посмотреть футбол. Во-вторых, это для ребят, что ребята готовятся дальше, АФК, сборная Кыргызстана. Ну и в-третьих, просто прийти и кайфануть от футбола, просто получить свои удовольствия, свои эмоции. Ну, в Канте такое, это впервые, это первый раз, это большой-большой старт для нашего футбольного клуба. Я люблю свой футбольный клуб, сам воспитанник этого футбольного клуба. Для меня это большая честь и большая гордость. Я занимаюсь в Академии Абдышата уже 7 лет. Для футболистов это очень хорошо, особенно для вышки. Будет теперь удобно играть в вечернее время. Нам дает это очень большую мотивацию, потому что есть очень хорошие условия, чтобы играть. И когда мы уже выйдем либо из дубля, либо из вышки, мы будем играть на высоком уровне. Бул кечте Абдышата Дордойду 1-0 эсебинде жеңип алып, Премьер Лиганын чемпиону аталды. Канттык команда муну менен 3-чү рет катар менен чемпиондукту багынтып, жаңыланган стадиондо өз көрөрмандар менен чогуу майрамдашты. Өтө кыйын болду, эмоциялар аябай катуу десем болот, аябай. Рахмат биздин көрөрмандарга, рахмат бизди колдоп келгендерге, бүт баарына рахмат. Кечки убакта ойногон футбол үчүн жакшы. Көрөрмандар, көбүрөөк көрөрмандар келет, анан футболисттерге кичине оңойраак болот. Ошон үчүн биздин КФУнун, Кыргыз футбол союзунун президентине чоң рахмат. Ушундай условияларды бизге создавать этот первый этап. Только победа! Оюн оор болду, бирок мындай атмосферада приятно играть, да, мындай айтканда. Спасибо болельщикам, всем, кто пришел, поддержал нас. Я думаю, это чемпионство на открытии таком стадионе очень значимое событие для нас. Тяжелый перелет был, тяжелые три игры на АФК, но сегодня мы выдержали, показали характер и добились победы.
Мынау ошентип жаңыланган Нитро аренасында өзгөчө майрам сөйдөгөндө Абдышата командасы Кыргыз Республикасынын 2024 жылкы чемпиону аталып отурат. Дал ушул көрөрмандар үчүн дагы жаңыланган Нитро аренасында майрам орун алды. Өлкөбүздөгү жаңыланып оңдолгон стадиону катарын дал ушул кан шаарындагы Нитро арена стадиону толуктады.